Приветствую вас всех, кто меня смотрит. С вами Николай Партийный, и это игра Dark Souls 2. По просьбе моих подписчиков решил сыграть так в эту чудесную игру. То есть рассказать свое немножечко мнение и вообще посмотреть мир Dark Souls 2 и немного ознакомиться с ним. Создаем новую игру, естественно. Что мне понравилось в этой игре сразу изначально? То, что не нужно постоянно регистрироваться на каких-то других там сайтах или чтобы можно было начать игру. То есть все через Steam очень классно. Между мире, да, и тут какой-то фантом уже копится. Массета побежали. Ну, начальный мир, да, такой, мне очень-очень порадовал, красиво, да. Постоянно онлайн идет. То есть у меня есть в первом дарке две лицензии. По первой лицензии я через диск устанавливал, но из-за Windows Live поганого нифига, короче, ничего не получилось. То есть... А, и все. Со второй лицензии я, в принципе, не начинал. Это псина. Ну чё? Мне кого-то сожрали уже, не дурься, кстати, твари кого-то сожрали. Ладно, пойдем, побегим дальше. Какая-то душонка, но я думаю, это очевидно какая-то замануха. Открываем хатку. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you will become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? Значит, ну, как тебя зовут? Сейчас я, в принципе, напишу. Значит, так, это мы пропустим, потому что тут долго будут сейчас рисовать тут. Так, ну написал, в принципе. Подтверждаем. At least you know your own name. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back, deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Ну,
Ну что, тут можно выбирать класс и дар. Пол, значит, выберем мужской. Внешность. Ну, стандартно возьмем телосложение, так, уху, качок сразу видать, значит, класс и дар, ну, как всегда, тут стандартные несколько классов, значит, ну, особо перечислять, я думаю, не стоит, тут у каждого класса свои характеристики, да, и параметры, но я думаю взять лучше странника, потому что у него тут есть и кольцо, и различные такие примочки, которые, думаю, в дальнейшем пригодятся. На оружие особенно чихать, потому что для начала кое-что потом, я думаю, можно будет найти или купить. У них еще вообще ничего нету, то есть в первом дарке, я думаю, там было по 11 всех стат, да, то есть тут и уровень, по-моему, даже 9 или 6, короче, большой уровень, тут же наоборот сделан. У них ничего нету, первый уровень. Из всего по 6. Ну ладно, значит, возьмем странника, как я и говорил. Да. Значит, из дара я вообще тут, в принципе, ничего не понимаю, что к чему. Кольцо жизни, но своего рода тоже такое кольцо, как и в первом дарке. А от него толку вообще никого нету. Человеческая фигура, но я думаю, это то же самое, как humanity, то есть человечность. Так, различные лекарства, ну вот, думаю, не стоит их вообще их брать. Косточка возвращения тоже. Семя дерева гигантов, ну вот это интересная вещь, я бы, может, взял, если бы знал бы, что это. Уголь вражды. По мне, так это вообще самая полезная вещь. Тут бросьте в костер, чтобы увеличить силу врагов. Для тех, кто ищет тяжелых испытаний. Нечто окаменелое. Просто окаменелая грязь. Когда-то, может быть, пригодится. Вот я думаю, возьму ее в один черт тут. Я не особо разбираюсь. Внешность. Ага, значит. Происхождение. Вообще какие-то рожи, что не будем брать. Ну, особо тоже немного сделали. Цвет волос, да, стандартный, черный. Что особо выбирать. Никто не будет на нас разглядывать, если честно, под броней. А от глаза лучше взять какие-то яркие, красные там, а... Или там, не знаю, синие. Ну, я возьму такие зелененькие. То есть бирюзовый цвет. Борода. Вообще не вижу никакого смысла в бороде. Да и выбора не особо много. Татуировки. Ну, тут... Ну, возьму тут дракончика, что ли. Цвет татуировки. Тоже черный поставим. Прозрачность. Вот так, хорошо. Нет, значит, дополнительные настройки. Цветчок. Ну, рожу такую побелее сделаем. Настройки тут порасширены немного. Ширина лица. Короче, не будем особо тут. Тут больше к пришельцам, наверное. Ну, такие сайды.
Ну, я думаю, остальное вообще не важно тут. Завершить, да. Так, дар, я ж вроде бы взял. Все. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Что-то постоянно угорают. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. All of them. Over and over again. Ага, ну тут берем. Короче, то есть за предзаказ получили еще ряд неких предметов, оружия и так далее. Ну что тут думаю, тут сложно особо в настройках, если вы не знаете, то вообще хана, короче. Ну, убираем тут все ненужное, то есть чтобы. Мне понравилось очень кольцо, да. Тут можно почитать о этих предметах. Тут 4 можно кольца, посмотреть информацию. То есть стало большинство тут на мышку. Да. Кварцевое кольцо мага. В принципе, понятно, значит, так. Кинжарчик еще за оружие можно несколько поставить. Походу, мне не хватает характеристик. Ну да, в принципе. То есть 7. Физическая защита очень маленькая, короче. То есть много пробивается, но щиты так себе, скажу. То есть для красоты, скорее всего, дали. Вот мечи, конечно, довольно-таки получше сделаны. То есть. Так, ну что, атака обычно тут есть. Парирует, но парирует народ, короче, смотрите, крайне медленно. Косяк вообще. Ладно. Очень красиво все сделано, намного красивее, чем в первом дарке. Там что-то есть, а. Душа пропавшего мертвеца и факел. Костры — это место отдыха, также они могут зажигать факел. Неплохо. Чё он мажет-то? А, епси-мопси. Костер зажжен, отлично.
Что, для начала давайте осмотримся чутка. Что где находится и куда идти лучше. Так. Я вообще с прыжками, короче, тут беда, народ. Нужно три кнопки, грубо говоря, сжать, чтобы прыгать. А в первом дарке только можно было одну. Чё, давайте, наверное, пройдем. О, бля, побежал какой шустрый. Мы почитаем. Атака, ага, П. Только еще П, блин. Ну ладно. Захват, сброс цели. Но обратно же найти какие-то кнопки. Я пока раз забрался, тут вообще думал. Разбиваем атаку, туда, опачки, и все. Убивать их легко, даже с этим, по-моему, говяным кинжалом. Удержите рывок, ага. Рывок. Опачки. Румбэк поставить, а ну. Бэк, видите, да, как-то, наверное, трудно. Может, нож не то, может, вот эти как тварь. Ну ладно, о. Не знаю, что-то не делать, ни хрена. Как-то непонятно. Кинжал, о, еще один кинжал, отлично, ага, твари. Ну давайте посмотрим, что за кинжал у нас тут. Ага, такой же. Ну ладно, давайте будем как ассасин. Оп. Что, пробуем, а ну. Оп. Ну, в принципе, будем так и атаковать. Перекат, ага. Да лучник, а? Съехал. Опачки, вот это нежданчик, а. Что у них? Смените выбранное оружие. Мы умеем. В принципе, так. Шаг назад. А, это мы умеем тоже делать. Это как прыгать, только наоборот. О, видали, да? Такая же фишка.
ты ж. Просто не даем атаковать. Старая стратегия Дарка, блин. Самоцвет жизни. Использовать предмет. Типа мы не знали ничего, да, до этого. На, епсину, вообще. Как будто тупит, вот знаете, нажимаете, а он не сразу атакует. Так. Давайте осмотримся. Ну, в принципе, я так понял, что мы оттуда пришли. Нужно нам туда, походу. А. О, это гнездо. Прикольно гнездо, но меня все радует. Только не знаю, что ей надо дать, правда. Я и в первом, если честно, Дарке сразу не понял. Съехали. Та товари, блин. Чё, давайте сюда попробуем завернуть. 260 тушенок, это немного. Вот спад, смотрите, какой шустрый, а. Да, тоже может вот когда быстро атакуют. Еще какая-то яма, блин. Если честно, что-то в нее не очень радует. Так, ладно, свалим оттуда. В принципе, неплохо начальная локация, мне нравится, но как-то тут как-то, не знаю, стрёмно, что ли, можно так сказать. А, взять в одну руку. Держите, взять влево. Это Игорь, откуда у меня нету такой? Ой, там двое, я вижу один быстрее второго, и давайте его выманим сюда. Что-то они тут... Ну чё, давай. Да, как... Так я он нашпиговал ножичком своим. Прям как Зора, прям. Так. Что, мы пришли, да? Сломаем, чтобы, блядь, не путаться потом. Опачки, тут, короче, по мне проблемы, потому что тут... Надо три кнопки сразу одновременно нажать. А это меня, короче, печалит. Янтарная трава, две штуки.
Да ровно бежать, иначе, по-моему, можно еще такой трамбануться. Опачки, лесенка, да? Странная эта лесенка, так, стопы. Что тут пишут? Да слезь ты, куда ж ты идешь? При рывке, ой, блин, это ж, да. Понял, короче, это нам бежать нужно. А чё нож-то не держит? Раньше с ножа бил. Стопы, а чё-то мне тут... Все стремновато кажется. Падение, атака. А, ну это мы знаем. Кто пробивает защиту. Вот смотрите, я жму, он его ударил, представляете? Чё, давай. Вообще, по-по-по, так. Так, а в прыжке, блин. Да он не делает нифига от окружки. Ага, что-то он тут проверял. То есть он что окрашен на укол для вторжения. Если был бы щит или пушка другая, я бы вторгся, но... Не знаю, к кому вообще попасть могут. Самым уровнем там могут уже с пушками быть раза в 4 круче. А если такие, как я, профи попадутся, так они вообще меня на куски разденут тут. Значит, я тут понял кое-что еще, да? Тут просто поджигать все с факелом, да. Ну ладно, пофигу. Возьмем ту душонку. Там бегает. Это же все эти тени бегают, я ж не привык к ним. То есть... Нужно еще факел просто зажигать. Ну ладно, потом разожжем, что-то не вижу смысла вообще поджигать что-то там. Я ж не поджигателем работаю. И вы это видели, да? Сообщение всегда настрочили. Сова. Сообщение. Че они тут врут? Ну, наврали, падаю.
Маджуа. Вообще выглядит очень классно, конечно. В Дарке, по-моему, первым не был нигде таких красивых мест, как здесь. А тут даже вода красиво смотрится. Небесное благословение. Ну что, идем к развалинам какому-то городу, непонятно для меня какого, под названием Маджуа. 450 тушенок у нас имеется. Так, бонфайр, костерчик. А, тут еще, видите, оружие чинится, походу. Что-то давайте побегаем, осмотримся, как всегда. Так, я отсюда вижу какую-то душоночку. Цвет жизни. В принципе, хорошо иметь два ножа. Только помню, что они тут еще ломаются. О. Достаточно возвращения. Ну вот я же говорю, 5 штук. Вступить в календарь. Ага. Ну, вообще не надо ничего делать, я вообще не знаю. Сейчас наступаю, потом, в принципе, бог возьми, куда отправлюсь. Что-то хата. Магистр. О, гляньте, кот. О, undead, are we? Какой жирный кот. And one without much time remaining. Just about ready to fall apart, I'd say. Not exactly the time to be chatting with a cat. Well, suit yourself. Oh yes, you may call me Shalqua. Enchanté. Si. So, what did you want anyway? Ooh, you smell wonderful. Съесть, наверное, мне хочется купить предмет. Надо поговорить. Давайте, что у нас есть тут. Ну, стандартные предметы, типа там или это. Ой, да. В принципе, ну, у нас денег столько пока что нет. Well, that's dismaying. Вот, красное пятно. Маслёнок, блядь. Есть красные пятна, видите, надо обязательно их посмотреть. Всегда интересно что-нибудь. Это я знаю всегда. Так, что у нас здесь? А, заперто, хорошо, заперто. Что тут хорошего, если тут заперто? Uh,
Hello there. Welcome to my shop. I'm Morlin, and I sell armor. Oh, sorry, please do have a look at my wares. I could really use the business. If you'd be so kind. Так, купить предмет. А щиты, вот щиты нам нужны. Ну, параметры, если честно, народ, я тут вижу вообще не фонтан. Просто вообще. 90, защита 95. 90. Я знаю, что вот такие два щита, в принципе, из Дарка первого, но вот этот щит из Дарка первого, он был лучше намного. То есть у него была 100% защита от физического урона. Но этот большой щит, в принципе, такой, как и был. Он еще называется Орлиный, блин. Ну, в принципе, неплохо. Вот шмот. Ну, тут шмот я вижу. Блин, да какой. Броня 85, 40. Тут, видите, под классами. Тут защита уже. Прочность и вес. Ну, вот мне шлем этот нравится довольно-таки неплохо. Баланс 6. Открыть течение 11. В принципе, вот можно купить, но это нужно много душ. А сейчас именно душу нужно тратить на прокачку, это основное, то что я знаю, а не на шмотку. Well, I do hope I see you again. Что у нас тут еще? Ну, брат, походу, в яму побежал. Глянь, тут всё красных пятен. Не знаю, ну почему посмотреть, если в онлайне, блин. Естественно, он сдох, он, блин. Но если тут красные пятна, понятно, что тут прыгать туда не стоит. Маслята только на это ведутся. Так, что смотрим, там у нас. Удачи. Что тут такое? Здесь это не мимик. Не, вроде не мимик. То я знаю, сундуки с мимиками. Осколок титанита один, ага, неплохо. А это, походу, не хочет открываться, ага. Ну ладно, черт с ним. Ну что, пойдем набьем чуть-чуть душоночек. Или куда-нибудь пойдем дальше. Ха-ха, масленок, блядь. Чисто воды масленок. Ну, много крыловых пятен, конечно. Понятно, что видно. Первый раз играют. О. Главное, что понятно, он видно, что тут их много, да? Маслят радует, конечно. Понимаю, если было бы не в онлайне, то... Я ухожу, ухожу красиво. И все, и шуршали. Давайте попробуем чуть-чуть набить там.
Так, кстати говоря, что они тут бежали-то? Посмотреть-то. А, вон душонка. А, вон куда они хотели забраться, понятно. Йога, думаю, мне хватит. Так, вот это мне интересно, тут что-то есть. Сказал, что тут тайная стена есть. Так. А. Моргенштерн, о! Колокольчик Рилика, вообще офигенная вещь. Так. За предмет, ага. Не буду ничего ставить. Там маслят можно разводить. Бинокль. Ну, бинокль очень хорошая вещь. Роскошный вид. Просмотр, ага. Ну давайте просмотрим что-то. Так, янтарная трава тут у меня, да, которую мы взяли, где этот бинокль. Где бинокль-то делся? Может, его не взял? Да не, вроде взял. Ну ведь действительно шикарнейший просто отсюда. Это любят вздыхать. Так. Ух ты ж, я тут круче. Что делать не хочется? Вообще упал. Ну ладно, не будем потешаться особо над людьми, может, это первый раз. Bearer of the curse. I will remain by your side till this frail hope shatters. Take this with you. May it ease your journey. Go on and see the king. He who made Dranglake what it once was. He who peered at the essence of the soul. King Vendrin. Bearer of the curse, seek misery. For misery will lead you to greater, stronger souls. You will never meet the king with a soul so frail and pallid. Seek those whose names are unutterable. The four endowed with immense souls. Делать не хрен задыхать постоянно. Ладно. Хера тут бегать. Какой-то мужик. Надо набить еще душонок, я так думаю. О! Эдик настоящий, блин. Ну что, на этом я, наверное, закончу. Да, с вами был Николай Партийный. До скорого. Кому понравилось, пальцы вверх. В принципе, да, для себя я понял, что очень насыщенный второй дарк, но нужно все еще изучать и изучать, это довольно-таки сложно. Видео, надеюсь, будет в дальнейшем, но пока что сейчас в таком запущенном будет
форме, так как у меня достаточно немного времени, чтобы все это действительно грамотно делать, там монтировать и снимать при этом. То есть, всем удачи, до новых встреч. С вами был Николай Партийный.